Транспортная блокада жителям Кохмы не грозит. Напомним, в начале недели на остановках общественного транспорта появились объявления о том, что автобусы перестанут ездить по улице Кочетовой с 10 июля и до тех пор, пока ее не отремонтируют. К протестной акции присоединились сразу несколько маршрутов. В департаменте транспорта состоялось совещание по этому вопросу. Перевозчиков убедили продолжить работу, напомнив, что самовольное изменение маршрута перевозок – нарушение условий договора, а значит, повод его расторгнуть. Мы подчиняемся все 220-му федеральному закону. Есть норма, по которой перевозчик, не выполняющий свои обязательства в течение двух и более дней подряд, с ним расторгается договор, либо отзывается свидетельство. Вот в настоящее время с определенными перевозчиками у нас им выданы свидетельства в рамках существующего законодательства. Через суд договор, через суд эти свидетельства, либо договоры, они будут аннулированы. Поэтому меры воздействия, они, конечно, присутствуют. Когда же отремонтируют дорогу на Кочетовой, пока неизвестно. Средства на асфальтирование есть, но нет подрядчика. Но городские власти обещают не затягивать с поисками.